каждый год в нашей стране появляются сотни новых песен. Разной бывает их судьба. Некоторые становятся на время популярными, даже модными. Все их напевают, они звучат в ротации на разных радиостанциях. Но проходит время, и песня исчезает. Наверное, потому что не затронула по-настоящему, а всего лишь развлекла ненадолго. Встречаются, однако, и другие песни, которым суждено остаться в памяти современников, а то и потомков на долгие годы. Их немного, но тем ценнее каждая из них. Это песни, которые затрагивают глубокие струны души, говорят о самом важном в жизни человека. Они становятся народными. Их поют, не вспоминая об авторе музыки и слов. Подобное забвение имени Творца и есть высшая награда. Песня, которую подхватил народ, становится национальным достоянием. Так говорил сам герой нашего рассказа Василий Павлович Соловьев-Седой, великий ленинградский композитор-песенник, комаровский житель, весельчак и балагур, заядлый рыбак и шахматист, любитель семейных и дружеских застолий, страстный поклонник кроссвордов и хорошей литературы. По одной из легенд, самая знаменитая его песня «Подмосковные вечера» родилась именно в Комарово. В середине 50-х годов прошлого века под Ленинградом, рядом с уже действующими домами творчества композиторов, архитекторов, писателей, ученых, театральных деятелей, начали давать участки под индивидуальное строительство. Конечно, в первую очередь достойным и заслуженным. Одним из первых участок получил председатель правления Ленинградского отделения Союза композиторов Василий Павлович Соловьев-Седой. В Комарове он поселяется, собственно, с момента, видимо, своего уже секретарства. В начале 50-х хотелось иметь дачу. Дачу, значит, не дали эту вот служебную, а предложили построить. И он строит ее действительно на холме с видом на залив, на Большом проспекте. Очень ею озабочен, занят, там рядом лесок, и комаров много, и приходящие друзья интересуются, как он с этим справляется, а Василий Павлович отвечает, что ну и что, что комары-то свои, и какие там между своими могут быть счеты. Дача стояла все-таки подальше от Большого, что потом в итоге сыграла хорошую роль, потому что слава Славы Седова принесла ему много потом и всяких неприятных ощущений, когда из близлежащих санаториев и домов отдыха приходили восхищенные слушатели и начинали хоровое пение под баян, исполняя его произведения. А ему каково было, ему надо сочинять было, вообще говоря, дальше. В итоге выжили из дачи человека, то есть он уже уезжал писать, просто снимая коттедж в доме композиторов внизу. И вот так действительно дача особенно прославилась тем, что в 56-м году, летом, там Соловьев-Седой создает свою знаменитую песню, абсолютно уникальную в его творчестве, потому что она обрела всемирную славу, и неоднократно там и с Калинкой, и с Катюшей сравнивали эту песню, в мире я имею в виду, и которая действительно принесла им абсолютно всемирную известность. Это «Подмосковные вечера». В 1980 году Всемирная служба Московского радио провела опрос жителей разных стран с целью определить три самые популярные за рубежом русские песни. Слушатели назвали «Катюшу», «Калинку» и «Подмосковные вечера». А по результатам опроса слушателей радио «Маяк» в конце 90-х годов эта песня была признана одной из 10 лучших композиций 20 века. По количеству исполнений «Подмосковные вечера» попали в Книгу рекордов Гиннесса. Но эту песню могли бы и не услышать не только в мире, но и в СССР. Обстоятельства ее написания были будничными. В 1955 году на студии документальных фильмов монтировали картину о спартакиаде. Чтобы привлечь внимание зрителей к легкой атлетике, в те времена не слишком популярной, решили сопроводить фильм песнями. Для этого к работе привлекли известных авторов – композитора Василия Павловича Соловьева-Седова и поэта Михаила Львовича Матусовского. Они написали две ритмичные песни и одну лиричную для эпизода отдыха спортсменов перед важным этапом соревнований. Для нее как раз пригодилась мелодия, уже давно написанная Соловьевым Седым и заброшенная из-за того, что не нравилась автору. Чиновники чуть было не зарубили лирическую песню. Ее содержание и виловатая мелодия не соответствовали спортивному сюжету, но все же решили ее оставить.
Исполнить ее предложили Марку Бернесу, но тот отказался. Ну что это за песня, которая слышится и не слышится? А что это за речка, то движется, то не движется? Соловьев Седой отшутился. Да нормальная, гениальная песня. Как показало время, он был прав. Сразу хочется оговорить, что вот эта легенда о ленинградских вечерах несостоятельна. И внук как раз Василия Павловича Василий утверждал, что Михаил Матусовский, писавший текст для этой песни, был москвич. Он имел в виду с самого начала именно подмосковные вечера, потому что песня была заказана, по сути дела, к фильму о спартакиаде по легкой атлетике. Речка движется и не движется, вся из лунного серебра. Песня слышится и не слышится в эти тихие вечера. И в сущности, написав лирическую какую-то мелодию, уже как некое начало, Соловьев Седой держал там какие-то вещи недоработанные у себя в столе, и к моменту вот этого заказа он просто вытаскивает одну из таких вот разработок, да, черновиков, и начинает дорабатывать вместе с Матусовским. Участвует в этом и жена Василия Павловича, пианистка Татьяна Рябова, которая, кстати, дала хороший совет интонационно там в припеве, например, она поучаствовала в создании этого. Ну и песня была отправлена. Но, как известно, значит, получила такой неприятный отзыв от совета киностудии. Композитор был вызван телеграммой в Москву вместе с поэтом. И они выслушали очень малоприятные слова на тему о том, что он написал какую-то такую вялую музыку, маловразумительную, а уж тем более слова поэта совсем ужасные. И вот судьба этого, удивительная вот судьба этого шедевра, потому что действительно не сложись как-то вполне провиденциально несколько вот таких обстоятельств, при которых поучаствовали в этом и другие люди, может быть, собственно, мы бы и не имели того шедевра, каким мы сейчас знаем «Подмосковные вечера». Первую аранжировку песни сделал дирижер, руководитель оркестра Всесоюзного радио Виктор Кнушевицкий. Первым исполнил ее Владимир Трошин, а последующим исполнителям нет числа. Ее исполняли знаменитые певцы и музыканты во всем мире. Все, что на сердце у меня. Если будет сердце и не будет сердце, совесть умру. Начались те самые мешки писем, восторгов и абсолютного какого-то вот, помутнения сознания у всех слушателей, которые просто хотели еще ее слушать, что и принесло потом такой успех. Потом сыграл Ван Клиберн, который оказался, значит, в восторге, спел Соловьяненко в Италии, и песня пошла буквально по всему миру. Так что и в Буэнос-Айресе, и в Африке, и в Париже из всех там ресторанов она звучала. И весьма показательно, что Соловьев Седой приехал в Венецию, хотел послушать, как поют гондольеры на Большом канале, бросил чемодан в гостинице, пошел на этот Гран-канал. И первое, что он там слышит, к
как его песню поет гондольер в гондоле. Ну, то есть вот исключительная мировая слава, которая тогда на него обрушилась. Причем он-то даже не подозревал. Действительно, он считал, что песня неудачная. И не сложись все этих обстоятельств, то этого, конечно, мы бы не знали. Мнение о Славе Веседом как о таком музыкальном генерале, что, может быть, потом вызывало к нему какие-то претензии и так далее. Он был генерал заслуженный в этом смысле. Он был, безусловно, невероятно талантливый композитор, который как-то счастливо соединял и вот эту административную должность, на которой мог бы сделать что-то плохое, а он не делал. И вот это вот его качество, оно вызывает, безусловно, к нему симпатию. Он сохранял свойства такой молодой души и такой лучезарный талант любви к жизни. Какое-то вот светоносное чувство. Конечно, музыка его в основе имела фольклорные, лирические, распевные такие, да, особенности русской песни. Удивительно проникновенные, сразу попадающие в сердце и этим берущие. И вообще все песни, в основном, которые были им созданы, они вот этим свойством и отличались. Бытовые все эти детали, да, это могли бы сказать те, кто был рядом, да, и современники, и те, кто... Василия Павловича часто видели, естественно. Он был обитателем Дома творчества писателей, часто заходя туда. И там празднование Нового года тоже его там видели. Его помощниками и одно время с авторами на мюзикле были два драматурга, Рацеров и Константинов. Они работали с ним, но работали в коттедже Дома композиторов. И описывали, как когда у него не ладилось что-то, так он звал их с собой, значит, гулять по заливу. И вот ходил, как бы мурлыкал, думал. И вдруг неожиданно сорвался, возвращался обратно, и, не снимая плаща, сразу к столу, чтобы записать, что ему пришло в голову в этот момент. Дача обрела новых владельцев теперь уже. И поскольку вот эта экспозиция Киломяки Комарова здесь, в музее, она такая сборная и связана с тем, что жители дарили, да, как Лихачевская дача подарена родственниками какие-то вещи оттуда, и целый уголок с дачи Черкасова. Так вот в прошлом году, летом, меня счастливили целым грузовиком мебели из дачи Славьева Седова. Но привезли это рабочие, поэтому я не могу точно отвечать за атрибуцию вещей, но точно, что это было на даче. И вот в данном случае и дачные кресла, и мебель какая-то, и стол, например, возле которого я сижу. Вот это все, да, оттуда с дачи, какую-то атмосферу, во всяком случае, присутствие композитора, безусловно. И, ну, вещи слышали его, это безусловно, это сразу видно. Так что атмосферу благодаря вот этим вещам, конечно, музею удается создать. Вот фрагмент из биографической книги Даниила Гранина. Еще одного знаменитого жителя Комарова, ближайшего соседа Василия Павловича и доброго друга. Комарова – это совершенно уникальное место, которому я не знаю аналогов в России. Конечно, были места, где жили писатели, например, Переделкино. Но чтобы в одном месте сошлись и Шостакович, и Соловьев-Седой, и Черкасов, и Евгений Лебедев, и Товстоногов, и Козинцев, и Лихачев, и Евгений Шварц, и Ахматовы, и Жермунский, и Бродский – писатели, поэты, замечательные ученые, музыканты, артисты, художники, прославившие нашу культуру. Они жили здесь, приезжали сюда. Это не просто дачное место. Это что-то, связанное с их биографией, с их творчеством, со всей их жизнью. И вдохновение, и утешение. Не слышны в саду даже шорохи. Все здесь замерло до утра. Если б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера. Если б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера.